Новость номер один. В Тель-Авивской больнице Ихилов успешно прошел первый этап клинических испытаний уникального лекарства от коронавируса. Из 30 больных, принимавших этот препарат, у 29 состояние улучшилось в течение 2 суток, и еще через несколько дней они были выписаны домой. По сути, успешное излечение в 96%. Препарат предназначен для тяжелобольных и для пациентов средней степени тяжести. Название этого средства – Экса-CD-24. Его автор – профессор Надир Арбер из Тель-Авивского медицинского центра имени Сураски. Вполне вероятно, что после одобрения заявки на этот препарат Хельсинским комитетом, израильский Экса-CD-24 станет новейшим и наиболее действенным лекарством от коронавируса. И начнется его разработка во всем мире.